Мы находимся у здания Северодонецкой районной администрации в городе Попасное. На сегодняшний день сообщается о том, что город полностью перешел под контроль войск Российской Федерации. Такая вот вороночка тут рядом. Любой объект брать сложно, ну как бы прошли без потерь, взяли, то есть была задача взять, ну тем более такой объект был особенный, то есть это как бы символ власти был такой, администрация, вот, и как бы он был взят. Я правильно понимаю, что вот теперь, когда вы здесь закрепились, после того, как вы взяли уже здание, основные объекты, сюда зайдут ополченцы и остальные министерские войска и будут уже держать здесь тыл? Да, конечно, эта территория будет наполняться, это здание будет, ну, возможно, оно будет в дальнейшем опять функционировать, его восстановят. То есть, ну, мы его брали специально, его была задача просто, чтобы оно было целое, мы его пытались сохранить. И в дальнейшем оно будет работать.